Не будем говорить слово на букву «Б», но Саша Грей – это именно она. Так, это ты сопишь там справа вдалеке? Или это зомби? Я за тобой. Кто справа вдалеке? Не-не, мне показалось, все нормально. Так, он там в низине. Ты меня пугаешь. В низине, я так понимаю, и находится этот. Так, мы в квадрате 33, 43, 32, 43. А это у нас находится в квадрате 40. 44, 44. Достаточно близко, да, мы в том направлении идем. Окей. Фу, так. Ну, не в низине, короче говоря, в итоге оказалось. Вот сюда нужно бежать. Mm-hmm. И, кстати говоря, нужно вот так уже бежать. Или подожди. Блин, я что-то путаюсь. Сейчас у нас 43, 32. Это находится на 43... О, так мы пришли почти. Нам просто сейчас нужно двигаться в направлении востока. Вот сюда. И мы уже к нему выйдем. Давай. Я его уже, по-моему, даже вижу если за деревьями. Если что, не теряй меня, я слева от тебя. Вдоль леска бегу. Ну да, вон вижу там точка какая-то. Слева от тебя дорога, кстати говоря. Эту дорогу мы, по-моему, там пересекали. Еще какие-то здания. Когда чертов замок навещали. Ага. Блин, добавили бы сюда лесных людей. Ну, то есть этих, как йети. Йети, клёво. Прикинь, было. Идёшь, такой тут снежный человек. Чубака, да. Так, почти пришли. Где-то вот тут в прошлый раз мы, я там уже от простуды мучился. Ага. Короче, вот мы и выходим. Похоже, что как Чубаки такой. Чубака, я дружелюбен. Начинаешь к нему идти и смотришь, там такая вывеска. Осторожно, в лесах водятся Чубаки-носильщики. Так, блин, я опять в чат крикнул. Короче, я... Я нечаянно. Я маленько переборщил насчет того, что он близко. Ну, короче, вот в эту сторону нам нужно идти еще минут 3-4. Ну, в общем, где-то вот так вот. Окей. Я, а то я сказал, вот ну, и я обычно, залез, маяк прям вижу. Где-то в 200 метрах от тебя. Ну. Так, тут у нас сено. Расскажи мне о сене. Сено? Нет, не буду. Так, блин, вот мы о нем знаем, да. Вот насколько я понимаю, вот то, что вот слева сейчас там будет такой небольшой подъемчик, и мы даже на нем, скорее всего, увидим чертов замок. В чертовом замке, кстати, кто-то говорил, что находилось в ВД. Не знаю, брешет, нет. Куда подевался? Легенд много. А я у тебя за спиной. Да все вижу. Так, там справа какой-то объект. Типа забора, что ли, или что, или здание. Ага. Видишь, что-то там вдалеке? Да-да-да. Кстати говоря, правда, что ли, что в краю эфир есть кооператив? Кооператив есть, но он этот... вроде как неофициальный. То есть, движок-то там от халфы, а халфу уже вдоль и поперек всего модифицировали. Не знаю, я как-то не заморачивался. Я просто не вижу смысла в краю эфир играть в кооперативе. Это какой там? Я вот тоже так подумал. Вообще, как? Тихо. Ой, блин, я испугался. Ты, блин, ну ладно, окей. Осторожность, это хорошо. Окей. Ну да, мы, видимо, вышли сюда, раз здесь все огорожено. Так, теперь вход надо искать. Слева надо обойти, я думаю. А что не справа? Ну пойдем слева. Потому что слева, короче, сетка. Справа ты будешь километр, наверное, идти так. Ну, подумаешь, километр. Да, вот здесь уже заход есть сразу. Блин, ты посмотри, какой глазастый ты, а. Чё у меня персонаж так дышит тяжело, я не знаю. Домой тоже тяжело дышит.
Мне кажется, он напуган. Возможно, на поле кто-то есть. Вышка. Че, на вышке, интересно. Где ты вышку? Как только мы сейчас... Вот ты вышки постоянно замечаешь. Я их никогда не вижу. Не, деревянные ты замечаешь, а вот металлические. Вот сейчас подойдешь к краю этой стены, ложись и проползай, смотри направо. Я за тобой. Бусурманская палатка, у тебя кто-то пишет. Тут так-то никакого сижу, аэропорта нет. Аэропорт вон там дальше. Вон там я вижу ангары. Бац, у тебя сейчас так, это знаешь, такая пуля справа влево пролетает насквозь, так словно. И ты падаешь. Ага. И через несколько секунд эхо от выстрела такое, да? Такое. Это было бы круто. Ну, не для меня, конечно. Я такой, чувак, я тут заснял, это было шедеврально. Так, я выдвигаюсь, короче говоря, абсолютно без какой-либо страховки, тупо бегу по открытому полю к одной из самых опасных локаций на игре. Молодец. Вот. Такие дела. То же самое. Только ты постоянно куда-нибудь не туда убегаешь, где я. Ну, я понял, где ты находишься. Ну, я справа от тебя удали. Так, может сюда вот к этому ангару подойдем? Ой, там зомби. Первый зомби на данной локации. Может подойдем справа? Там еще один. Еще один, да. Короче, блин, был бы глушак, а так придется сейчас агрить их на себя, да забегать в ангар. Других вариантов я не вижу, честно говоря. Потому что в ангар по-любому может, придется два ангара. Слева. Может сюда даже зайти нельзя? Нет, зайти-то можно. А возможно на нем я дверей не нет. Вот что самое главное. Ты меня только что вправо ушел, потом появился, тут же передо мной стоишь. Как так? Че ты? Я за тобой прям. Читишь, да? Телепортацию используешь, гад? Да, конечно. Не один биохазар читак. Да. Так, один ангар открыт, второй закрыт, вдалеке. Ну я думаю, там вата пошли лучше вон слева, опять там диспетчерская. Вон к тому, к тем двум ангарам и диспетчерской, там по-любому АК должна лежать, диспетчерской. Сдался тебе так, а. Ну я же не хочу марать руки со своего основного оружия. Блин, там может кемпер лежать. Здесь постоянно кто-то пасет, знаешь? Сто раз уже говорили. Че, прямиком туда побежим тогда? Ну, окей, вперед, что? Какие проблемы? Так, ну, так долго обходить можно, я не знаю. Там ничего интересного спереди нет. В принципе, домик какой-то. Ну да. Можно к нему рвануть, а от него уже. А у этого домика, я тебя уверяю, там вот точно будет куча зомби. Там еще. А, там вышка. Я тупо бегу по открытой местности. А я просматриваю ангар, и вроде там в окнах никого нет. Это ты так, идешь туда? Да, сейчас я вот к этим вот фонарям ну, пробегу. Ну что ты псих напрямую? Потому что это самый безопасный путь. Нет, просто... Просто слева туда я сейчас пройду, там будут зомби стопудово. Потому что, ну, эти зомби, они... Ой, тысячу есть. Че, бежишь ко мне? Да, там зомби. Так. Ты где идешь? А, ты ко мне идешь? Ты молодец, у табличек сел, беспалевно так. Так, подожди. По-моему, там наверху на крыше кто-то лежит.
Если бы там на Нет, крыше мне кто-то лежал, кажется. я думаю, он бы нас уже снял. Это, кстати, не диспетчерская. Нет. Нет. Это не диспетчерская, вообще не помню, можно ли в это здание зайти, в этот тип зданий. По-моему, можно. Да, у диспетчерской, по-моему, 3 или 4 этажа. Вон она Диспетчерская, далеко. вон она справа там находится. Так, тут можно как минимум Это на крышу игроки реально, подняться. что ли? Где? А, нет, зомби. Они у меня только что стояли с макарами в руках и целились. Круто, чё. Вот таких зомби это вообще просто прекрасно, по-моему. Чё, обходим слева? Чё ты, по-моему, палишься как-то? Я не то что палюсь, я их не сильно боюсь. Потому что если что, я он или наверх тут поднимусь по лестнице, или внутрь зайду. Не пропаду, короче говоря. Так, не, ну-ка. Про то, что если есть шанс их не убивать, то можно их не убивать. Ну, понятно, но... Больно уж Пойдем ковыряет, нам в ангар. Нет, нам в это здание. Внутрь сначала. А, подожди, оно закрыто. Я же говорю, в ангар. А вот открываться оно будет, нет, интересно. Нет, не будет, потому что окна-то непрозрачные. Так, я не знаю, сколько у нас убежал. Там что по За времени. Тобой бегут, за тобой бегут. Беги внутрь ангара, да там как? отстреливайся. Да просто беги внутрь, он тебя не догонит. В ангаре они медленно ходить будут. Ты за мной? Я пока что слежу, мне что, надо вмешиваться, что ли? Что, не справишься с этим зомби? Они там медленно будут бегать внутри. Ахалай, махалай, собирай всех. Всех их соберем, да? Так, ладно, я тоже к тебе забегаю. Покемон. Че у тебя там за движуха? Ты зашел? Тут пусто, тут даже нет ничего. Они просто медленно будут ходить там. Бегают они. Сейчас, братья, все нормально будет. Да, бегают, смотри-ка. Удивительно. Да твою мать, ты как бы быстро. Ну блин, я в него две пули высадил уже. Из них ничего не лутается, походу. Химический свет вместо болеутоляющего, да вы издеваетесь, что ли? Так, ладно, будем знать. Это первый тип зданий, в которых они бегают. Те бегут, аккуратно. Еще один. Наблюдение, это уже сельский житель какой-то. Ты, кстати, в курсе, что вот эту вот колючую проволоку, проволоку говорю, стоят только люди в состоянии. Круто, я здесь нашел оружие. О, патроны. Патроны, слушай, рожок для нашей пушки. Я хоть ничего. Хорошо. А справа там что, консервная банка такая, нет, там вообще ничего. Что, пошли в другой ангар? Хрен ли в этих ангарах искать? Присаживайся. Ну вот я нашел рожок. Подожди, вот тут вот что-то может быть. Сейчас, правда, придется убить. Троих. А да, здесь может зайти, но вроде тебя не видят. Там внутри кто-то есть. Слышишь, мух? Тут колесо только. Меня увидели, да? Мух, слышишь? Нет, звук был, но... Да, за тобой попрыгун, давай внутрь ангара отойдем, ты его убьешь. Нет, он не гонится же за мной. А, гонится. Как не гонится? Shoot him in the head. He's Good dead. Job. Yes, it is. Stop, stop. Are you okay? Are you okay? Ты где-то там мух слышал, да? Я же говорю, нехорошее да, место. Да, вот здесь прям, где я стою. Офигенно, как слышно мух, но нет трупов.
Так, давай выдвигаться. Я не знаю. Так, сигнальный этот. В рюкзак положим. А из рюкзака. А что я у него взял? Пустую консервную банку. Молодца, я. Порошок еще положим. Потому что у меня 17 патронов в порошке. И обоймы больше никаких не было положено в этот. Давай, знаешь что, давай в этот ангар не будем заходить, потому что ты говоришь, там фигня. Вон, пройдем туда дальше к зданию. Ты выходи давай, не будем с наружной стороны. Сзади обойдем и подойдем к диспетчерской. И там, я думаю, серию закончу, потому что она и так у нас уже дохренистая получается. Окей. 42 минуты уже. Не учитывая те минут 5-10, которые мы снимали без этого, без времени. Вот-вот-вот. Ну, хорошая серия, насыщенная очень. Ну как насыщенно, мы полсерии бежали. Так, а там что? Там какая-то остановка, похоже. Молча же. Ну да. Разговаривали, путешествовали. Классно было. Да. А там у нас что? Так, там трибунчик справа. А вон там, собственно, и есть эта диспетчерская вышка. Надо сказать, достаточно да. Далеко она находится. А вот тут у нас... Слева у тебя зомби близко. Аккуратно. Я знаю. Не так уж и близко. Нормально. А я просто бинокль смотрел. Тут еще какое-то здание, но оно тоже, по-моему, закрытое. Да, закрытое оно. Так, хорошо. Я в лесок убежал, ты за мной, да? Да. Вот сейчас через лесочек пройдем и как раз-таки попадем... попадем мы. Блин, эта серия такая большая получится, что я ее, наверное, на две части поделю. Потому что, ну, просто запаришься ее грузить потом. Посмотрим по времени как. Если больше часа, то... Ну, посмотрим. Поделю. Можно, в принципе, минут 15 еще записать, чтобы час был именно на две половины разделить. Даже час с капушкой будет. Ну, не знаю, посмотрим. Справа где-то. Вон, аккуратно, аккуратно, стой, стой, стой. Ложись. Прям за елкой. Меня больше волнуют люди. А вон где? А вон он вышел. Пусть идет. Девчонки сейчас он налево, пройдет и пойдем. Налево. Сейчас, сейчас, сейчас. Кто-то пишет, уи, аэродром. Там бандитам пишут. Так что не радуйся. Ну пусть не радуется, что там бандит. Так, я пошел. Так, можно пробираться, да. Слева там еще один идет в нашу сторону. Но он достаточно далеко. Да, если ползти так, как ты ползешь, он вряд ли нас увидит. Интересно, откуда бандиты берутся с барахла. Как... Вот интересно, как он думает? А ты себя уже к бандитам причисляешь? Ну все, приехали. Да нет. По логике-то подумать, убивать других игроков. Интересно, места заходят. Так, так мы, похоже, долго ползти будем. Пальцы на татушке. Справа здание, в которое нельзя зайти. Да. Нет, в него можно зайти. А еще чуть справее впереди можно. В него можно, можно да, зайти. Да, и даже в это можно. Пойдем зайдем. Пойдем. По королю. Если видишь кого-нибудь, стреляй прямо в лицо. Здесь калаш лежит, 74-й. А патроны есть? И патроны, да, к нему. Один рожок, по-моему. Нет, это мало. Есть магазин к тяжелому пулемету какому-то. К М249, дымовая граната. Офигеть. Че еще? МП5 с магазином. Консервы я возьму. Так.
А У пистолет? народа сейчас, наверное, Пистолет? бешеный такой бугурт по поводу того, что я не беру то, что им нужно. Не знаю, ну, Ты в что там, тебе принципе, потом в 100 комментариев тебя поправят? вдвоем ходить Почему с ты не одинаковой взял? пушкой, это, конечно, не то. Так, здесь у нас куча химического огня. Ой, блин, не поломаться бы, что-то я застрял. Так, дымовая граната красная, 200 патронов к пулемету, 8-патронная лента к магазину. Ой, дробь, какая лента. Так, еще химические огни, это что такое? Чё? Помнишь, ты говорил, что все зомби стекаются к твоей этой точке назначения? Человек 6 теперь идет к тебе. Идет, ползет и прыгает. Да мне наплевать, я нашел Зачем? взрывчатку. Я взрывчатку Вау, нашел. шикарно. Интересно, сколько она слотов занимает? Сейчас Офигеть, мне представь, я много чего взрывчатку пришлось выкинуть. нашел. Быщ! Это здание взлетает на воздух. Ах, вот как оно детонируется, да? Так, что мне пришлось выкинуть? Мне пришлось два рожка выкинуть, станага. Блин, нет, я на это пойти не могу. Я лучше выкину вот эту вот гранату. Потому что я не представляю просто, для чего она мне может понадобиться. Вот сейчас вокруг здания куча зомби. Так и У так. тебя был момент, когда ты мог 6 человек, которые шли по дороге, кинуть им гранату из леса и взорвать их всех к чертям? Так, один магазин станок я все-таки оставляю. Вокруг меня столько зомби ходит, это офигеть. У меня такие приятные звуки Они ко мне здесь. еще все подбираются. Так, ну Бери знаешь, что я АК, думаю? гаси, блин, всех. Я думаю, что я себе калашников возьму, потому что вдвоем с одинаковыми пушками ходить. С одной стороны удобно, патроны. Ой, я УЗИ нашел. Охренеть. Короче, бери оружие, которое там, одевай его на себя, свое пока скинь. С этого оружия убивай их всех, и потом забирай свое оружие дальше и иди. Либо со своего все трать и бери это, которое там. Короче, вот как-то так. Потому что они Блин, уже прям ну... ко мне подбираются, и я думаю, что меня спалят. ПДВ это, конечно, хорошо, то есть УЗИ, но для него патронов нет, поэтому я, пожалуй, не буду его брать. Вашу мать, они прям ко мне идут. Да что ты нервничаешь, елы-палы, ты зайди ко мне просто, а их всех убьем сейчас. Я не хочу шум поднимать, потому как здесь могут быть, блин, другие игроки. Я бы с радостью сейчас всех тут перефигачил. Проблем вообще никаких с этим нет. Да капец ты. Кстати, можно зайти в другое здание. Так. Как там Сейчас. Славик мне что-то очковый или? Как там или Димон-то говорил? Да не очкуй ты чё. Успокойся. Ну Так, что ну там? зашибись. Я, короче, Я в вообще не знаю, очередной что раз здесь забыл происходит. про местный баг. Забыл, что если одну пушку берешь, не выкинув другую. Положишь сначала, потом бери другую. Да, ну, короче говоря, я про него забыл. Теперь у меня все равно нету моего М16. Но я все равно хотел его поменять на калаш. Поэтому, ладно, пофигу. Ну, блин, надо перестать про это забывать. И Печально, патроны типа походу что все пропало, патроны, да? да. Вот патроны я бы тебе отдал. Молодец. Ты Так, ну ладно, молодец. я, короче, беру калаш. Так, MP5, она даже без глушителя, поэтому смысла-то в ней. Тихо сейчас. Сзади меня 2 трупа зомби. Хотя я их не трогал. Может, с Дрыц, ты глушителем кто? слышишь? Нет. По-моему, их Да, не было. Давайте сюда звуковыми будем кто-то проход лупит. караулить. Так, сейчас. Ой, у моего калаша один рожок, поэтому. Могу поспорить, что не было здесь их. И движение вроде есть. Это ты у забора тусуешь, да? Видишь их? Да. Нет, как я вижу. Зомби идет, я вижу зомби, но как-то вот. И чего? Так, ладно, я выхожу. Давай. Не помню, что они там были. Калаш это Ты хорошо, но сейчас калаш. поищи, эту дырку не хочется. Ну-ка, покешка. Калаш О, с калашка. коброй, это было бы, конечно, получше. У тебя пушка-то получше, на ней фонарик есть, ночью тебе полегче будет.
Но я просто не хочу с одинаковыми пушками бегать, потому что, ну, блин, патроны делиться постоянно друг с другом. Это, конечно. С другой стороны, это, по-моему, удобно. У тебя патроны кончились, я подкинул. Да. Или наоборот. Ну ладно. Мы за разнообразие. То есть народ бы все равно попросил. Да. Здесь ротор Показать вертолета. оружие. Мертвый зомби, которого кто-то недавно убил. Да, собственно, и все. Так, подожди. Да, тут куча мертвых зомби. Их все кто-то убил. Да, все мертвые. Я тоже буду мертвый, если буду застревать. Куча запчастей для автомобиля. То есть в данном случае колесо. Так, давай прикрывай друг друга. За тебя. Я А, за так. тебя. Я сейчас бегу в ангар, ты пока паси окрестности. Окей. Чисто. Так, давай. Пошел. Внутри вроде никого. Тут наверняка чья-то нычка на втором этаже. Может Так, быть. ладно. Здесь у нас набор колючей проволоки. Мне он не нужен. Мне тоже. Поднимусь, проверю. Здесь мертвый зомби. А, канистра. Там наверняка чья-то нычка. Раз тут... хотя не знаю. Колесо. Ой, он заходит внутрь. И запчасти. Больше ничего. Не. В окно осматриваюсь, думаю, может, увижу кого. Так, слушай, а где у нас диспетчерская Блин, что-то вышка? здесь тихо, слишком тихо. Диспетчерская у нас где-то вон там. Надо выходить. Надо быть аккуратным. Не палиться. Ну, вроде так-то тихо. Я нашел одежду. В смысле одежду? Одежда какая-то лежит. То есть ты ее взять можешь, надеть на себя, что ли? Не знаю, сейчас проверю. Где ты ее нашел-то? Да вот лежит. А, понятно. Понятно, что это за одежда. Я просто голова его, смотри, с фоном слилась, и мне казалось, что здесь одежда лежит. Блин. Там... Нет. Кто меня Тихо. бьет? Серый экран у меня. Кто-то ударил. За стены, блин. Пофиксили, я не мать. Так, теперь я не знаю, что Все, там здесь. потекла моча. Калаш очень громкий. Я думаю, сейчас к нам еще друзья прибегут. У меня Да не так нет, тут много все не патронов прибыли. теперь. Теперь ты их будешь отстреливать. У меня потому что осталось Окей. маловато. Блин, ну конечно печально, что я просрал эту эмку. Ну, с другой стороны, я все равно хотел ее менять при первой возможности, поэтому мне ее не так жалко. Ну, просто сам факт того, что я опять про баг забыл, меня бесит. Да, это плохо. Так. Ой, поудобнее сесть хоть. Тошнит. Долго, серия, долго. Так, мы подходим к какому-то зданию административному. Это не диспетчерская вышка? Нет. То есть мы сюда зайти не сможем, а диспетчерская она подальше. А, это вертолет? Опять ничего нет. Тихо. Это зомби. Где он? Бежит где? Ой-ой-ой, Сзади. подожди. Подожди, подожди. Ай-яй-яй. Так. Мне нужно, чтобы ты их... Я мертв? Я мертв. С чего я умер-то?
Что там произошло? Ой-ё. Я без понятия, ты мёртвый лежишь. Нас пристрелили, короче, похоже. Нет? Нет, я жив. Ты Есть жив? Вероятность, что в куче зомби я мог в тебя попасть, но, блин, ты мимо меня вообще бегал. Ой, сколько их. Так, ну давай отстрелюсь, короче. Я тогда... сейчас мы прекратим серию, в следующий двинусь... Ой, блин, мне без карты сюда будет прикольно двигаться. Короче говоря, возьми с меня обязательно GPS и карту. Карту мне отдашь. Ну, то есть карту их у тебя тут есть? До хрена, я их всех не перестреляю. Короче, так вот. Ты не сможешь взять карту? Ты забегай в здание этого... Я вот сейчас забегу туда. И там всех отстреливай. Ой, сколько их за мной. Ой. Где тут лесенка-то? Просто И, заходи блин, в здание, ложь. и там Охренеть. уже сможешь. Блин, я что-то не понял. Меня так быстро свинтили, я даже не понял. У меня ощущение, что все-таки... может, бомба взорвалась. Я нечаянно бомбу поставил, но она вроде без таймера была, не активирована. Так что не знаю. Ты, блин, ну, я не знаю, Сдохните, сволочь. Ты или в ангар забеги, где мы только что были, или этот. Че там у тебя, как дела? Я тут смотрю в надпись You Dead, пока серию Убиваю не завершил. Кучу зомби. Ну, у тебя патронов куча, так что ты справишься, я думаю. Блин, только калаш нашел. Ну, да. Ну ладно. Я думаю, сейчас мы эту серию прекратим. Да, собственно, потом я в одиночку... Пока я отстреливаюсь от зомби. Ну да. Короче говоря, свою серию я сейчас прекращу. Че народу смотреть-то на экран? А то, что творилось у Джека Шепарда, вы увидите у него на канале. Со своими зрителями я попрощаюсь тогда. А остальные, собственно, пусть смотрят. Я всех убил. Я убил их всех. Главное, вернись сюда и забери GPS мой. Это самая у нас важная вещь из тех, что у меня была. Ладно, короче, я со всеми прощаюсь. Джек Шепард там вроде продолжает бегать. Пока-пока-пока.